Друзья, всех приветствую. Меня зовут Илья Катков, я автор YouTube-канала «Приморский край. Своя дорога». И на данном канале я показываю красивые места, расположенные исключительно в пределах Приморского края. Делюсь с вами красивыми видами, красотами и приглашаю вас к просмотру. Триозерье – это пляж безымянной бухты на северо-востоке Партизанского района. Свое название он получил благодаря трем пресным озерам, расположенным на въезде в бухту. Это место славится как одно из самых красивых в Приморье, и недаром. Длинная полоса пляжа с мелким белоснежным песком и невероятно голубой водой выглядит действительно потрясающе. По краям пляж обрамлен россыпями больших округлых гранитных глыб. В жаркую погоду вода у камней хорошо прогревается, поэтому здесь так любят купаться дети. Отдыхающие постарше могут понырять со старого пирса, который уже стал визитной карточкой Триозерья. Все, мы попили чаю и выдвинулись на прогулку. Водичка прозрачная, клево. Идем, гуляем, дышим свежим воздухом. Направляемся в сторону бухты Малая Окунёва. Вот забрались чуть-чуть наверх. И вон наблюдаем, там вон еще группа идет у нас. Вот уже потихоньку начинает багульник цвести. В мае вообще его очень много в Триозерье, прям весь склон, я помню, в прошлом году был в нем. Мы вышли с бухты Триозерья и идем вот по лесной тропинке. По пути зашли вот на такую видовую. Сейчас еще выше поднимемся. Красота. Так, мы двигаемся дальше, и вот у нас виднеется, по-моему, малая бухта Окунёва. Я не ошибаюсь, идем. Так, вот мы продвигаемся к бухте Малая Окунёва. Мы вышли на скальный комплекс, здесь я еще не был. Посмотрим сейчас. Параллельно такие вот виды у нас открываются. Ой, маме. А я думала, только пусть надо же без. Так удобно. Опа. Так вот здесь красотища. Виды. Дошли, сюда приходили. Мама, потихонечку продвигаемся. Красотища. Ну да.